Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман, и сегодня мы будем рассматривать одну очень интересную тему – яхтенные часы. Друзья, сегодня у нас будет очень маленький выпуск, и он связан с тем, что многие меня спрашивают о том, что за часы я использую для яхтинга. Я использую Garmin Fenix 3, я когда-то использовал вторые Фениксы, но они утонули, и я перешел на третий. И о них я сегодня вам немножечко буду рассказывать. То есть, естественно, появились уже сейчас пятый Феникс, но я пользуюсь третьим, поэтому могу рассказать только о нем. Сейчас мы стартанем с аппликейшенов. Они запускаются по верхней кнопочке. И вот один из них, например, Tides. Он работает только при подключении к телефону. Ну, ему нужен просто Bluetooth и немного коннекта, и он выкачивает данные на 5 дней. То есть, если вы стоите в каком-то определенном месте, это очень удобно. Вот это пятый день, он у нас уже закончился, а до этого идет 4 дня, и вот видно то, насколько часы умеют и это все понимают. Идем дальше. Anchor Alarm. Ну, я пользуюсь вот этим вот Sailing Waypoint, который я вам уже показывал. Kitesurfing – это для логинга того, как вы ездите и сколько по расстоянию проезжаете. Bot Data – это получение данных через NMEA, но я их удалю, оно не будет работать. Maps – очень удобная программа. Вы на телефоне конфигурируете Google Map, точку А, точку Б, куда вам нужно попасть. Запускаете. Он скачивает данные с телефона, и потом он будет просто показывать здесь налево, здесь направо, тут прямо. То есть это просто навигационная программа, которая работает уже автономно. А это стандартные приложения, которые предустановлены в Garmin. То есть это Walk, езда на велосипеде. Это он вам показывает скорость, расстояние, и в некоторых режимах, таких как Hike, он запоминает маршруты, и вы можете вернуться в исходную точку. То есть, вот, собственно, это те аппликейшены, которые у меня стоят на данных часах. Теперь несколько слов о том, какие данные в этих часах мы можем предустановить. То есть, это виджеты, которые умеют... Что они умеют? Идем в виджеты. То есть, это шаги за текущий день, компас, барометр. Очень важно, по барометру вы можете определять погоду, которая есть на текущий момент. То есть вот у нас идет падение, значит скоро будет дождь. Идем дальше. Температура на улице сейчас 32. Шаги, калории. Ну, это если вам нужно, то есть это как бы все это настраиваемо. И вот, собственно, все. Мы вернулись обратно в исходную точку. Ну что, давайте попробуем те функции, которые эти часы могут обеспечить непосредственно в движении. То есть я выбираю сейчас application, который называется Sailing Waypoint. Он стартует GPS, и когда он будет готов, он пропищит. Все, нажимаем ОК. Вот мы сейчас движемся. На тузике вот скорость он показывает, с правой стороны он показывает курс, которым мы идем, и параллельно он логирует сам трек и показывает расстояние, которое мы прошли в морских милях. Вот здесь написано в левом нижнем углу Nautical Miles. Далее, что умеет это приложение? То есть вот мы сейчас заходим в меню, можно выбрать Waypoint и его сохранить, либо сказать follow, и он будет идти по направлению к этому waypoint. Далее, wind direction, я не знаю, как это работает, видимо, не в этих часах. И давайте попробуем установить якорный алярм на 22 метра и говорим старт. Начинаем движение. Вот сейчас мы проехали 1 метр. Когда будет 22, посмотрим, что он будет делать. Вот, начинается вибрация, и он начинает пищать. А то, что он умеет пищать и вибрировать, это очень важно для яхтинга, потому что очень часто, когда уставший, на звук ты не реагируешь никак. А еще в этих часах есть очень крутая функция, которая нужна для яхтсменов. Таймер. Он у меня выведен отдельно на кнопку. И мы здесь выбираем
на сколько минут. Например, выставляем на одну минуту. То есть, в принципе, для чего это нужно? Для того, чтобы была возможность у нас просыпаться через каждых 20 минут на вахтах. Вот мы выставляем сейчас таймер на 20 минут. Ой, перебор. Вот 20 минут. Включаем, активируем и все. Для этого вот мы выставили время, таймер вперед, все, время пошло. Если нам его нужно перезапустить, еще раз нажимаем, перезапустили. Если нам его нужно сбросить или сделать с ним что-то, можно включить автоматический рестарт, а еще возможно выбрать, что нам нужно, только звук или только вибрация. Но я выбираю и звук, и вибрацию. А вот это тот watch face, которым я пользуюсь. Что он умеет? Верхнее — это время восхода, захода, день недели и дата, ну соответственно само время. UTC снизу — это 12.39, 74 это процент заряда батарей, снизу 22 это количество шагов, а справа вот эта длинная полоска — это уровень заряда батарей, просто его визуализация. То есть это все функции, они полностью конфигурируемые, и вы можете выбрать именно то, что вам нужно для вашего яхты. А сейчас давайте залезем с вами в компьютер, и я вам покажу, как настраивается watch face. То есть watch face — это та часть часов, которые вы видите непосредственно перед собой. Вот пример конфигурационных полей, которые вы можете настроить. Теперь заходим в приложение Garmin Express, и пункт за пунктом мы подходим в настройки непосредственно watch face. Вот параметры, которые мы можем конфигурировать, то есть все по пунктам, которые все настраиваемые. Вы можете выбрать те данные, которые вам удобно видеть непосредственно на экране. Друзья, вот мы и закончили нашу сегодняшнюю небольшую тему — яхтенные часы. Этот аксессуар не только красивый понт, но еще и очень функциональная штука. Спасибо за то, что были с нами сегодня в этом интересном информационном выпуске. А те, кто наши новые зрители, подписывайтесь, пожалуйста, к нам на канал, и мы вас будем держать в курсе всего-всего, что связано с яхтингом, и не только. Пока!